Всем привет, ребята! Как дела? У нас новое испытание, и вроде мне нужно делать то же самое, я пока еще не знаю. Но это должно быть интересно. О, бронза за один раунд. Так, прошлое испытание я, кстати, закончил на золото, вы не поверите, но осталось буквально где-то два чудика. Ладно, давайте сейчас вот так вот. А, это было довольно красиво. Теперь еще раз, но уже во второе кольцо. Было бы идеально, если бы еще и осталась одна попытка. О, она осталась. И еще плюс 10. Бонус. Бонус раунд over. Раунд 2. Slayer. Ну что, давайте справимся с этим. Пока что фейерверк очень даже хороший. Я не знаю, почему были тогда те бочонки, если особой разницы нет. И что это сейчас было? Почему-то это испытание, ну, очень легкое сейчас. Хотя, может быть, четвертый раунд меня поставит на место. А, это только третий будет. Сейчас третий. Ну ладно. А, они постепенно расширяют кольцо. Ладно, теперь это тяжелее. Я понял ваш трюк. Я не сразу этого заметил. Так. У меня осталось две попытки. Мне нужно очень хорошо их просчитать. Ну, примерно вот так вот. Так, теперь у меня разброс. 4 там, 4 там. Сколько мне до золота? А, золото мое. Ваза! Это было очень хорошо, на самом деле. Вот так-то! Вот так-то. Неплохо. Я сфотографировал то, как он радуется. Личный рекорд обновлен. Это было хорошо. Ну что, теперь пойдем добудем ту букву R. Это не испытание, но оно близко к тому уропусу. И я вижу пробел в текстурах. О, погодите. Тут же важные люди. Если я их сейчас съем, это будет весьма полезно для меня. Потом и сейчас. Это хорошо. Ну-ка. Его никто не увидел. А, голова болит. Блин, нельзя так. Таких надо усыплять. Осторожно, капрал. Если кто-то из начальства услышит, придется вам, так сказать, сменить карьеру. Да мне насрать. Я здесь, чтобы в людей стрелять, а не в сраных мутантов. Достойное мнение, полагаю. Да. Однако сбор зараженных 1 евро. Ну, уже что-то. Хорошо, потом поставил метку. Теперь у нас еще усиление силы. Ну, навык. Скорее всего, это связано с оружием. Паркур, да? Ну, да ладно, мне его надо скрытно поглотить. Ну ладно. Сейчас этот простой отвернется. Лагерь беженцев Гентек отличается высоким уровнем. Ну, хватит на меня смотреть, что я тебе сделаю. Подайте заявление и займите в нем почетное место. А вы не забыли надеть маску. Гентек гарантирует, что наш маск... А, да что ж такое. Ладно, сначала вот этого. А вот теперь вот этого. О, гранатомет. Ну, это будет удобно. Хорошо, мы прокачались. А теперь можно уехать отсюда. А это все. Спасибо, ребята, что пришли. Скоро будет интереснее. Всем пока.